Привет всем, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хотел бы показать еще одну посылочку, которую я сегодня получил. Это у нас сегодня будет проектор. Проектор очень интересный. Ну, в общем, давайте распакуем, посмотрим, что за моделька. Итак, как вы, наверное, уже видели, этот проектор, в принципе, уже ранее был показан. Это у нас BT-96+, Moon, получается, версия. То есть это новый BT-96, раньше были более старые версии. Очень хороший, кстати, был проектор раньше. Сегодня посмотрим на более обновленную модель, которая последняя из этих версий. И потом уже в следующем видео покажу вам уже на экране, как он работает. Это будет пока что распаковка, в каком виде приходит проектор, за сколько времени. Кстати, пришел за 2 недели и 3 дня. Довольно быстро. Покупал на официальном сайте Bintec. Очень, в принципе, неплохой такой производитель, который продает проекторы. У него качественные проекторы обычно получаются. Так, в комплекте сразу идет комплектация в такой вот упаковке. Такая мягкая картон. Что здесь конкретно имеется? Давайте сразу посмотрим. VGA кабель. Ну, для подключения того же ноутбука, к примеру. Это так. Дальше силовой кабель. Под наши розетки. Довольно качественный. Да, сертифицированный, нормальный кабель. Дальше. Пульт дистанционного управления. Он такой довольно маленький, компактный. Питается от двух батареек типа 3А. В комплекте батарейки не идут. Нужно докупать отдельно, имейте в виду. Запасать их заранее. Пульт такой минималистичный дизайн. Очень интересно смотрится. Резиновые кнопочки. Громкость переключения. В общем, довольно удобно. Дальше идет ножка для того, чтобы подкручивать высоту проектора. Ну так, насчет удобно, это так себе, в принципе, это стандартно, можно сказать. Большинство проекторов такая система. Дальше идет... Сейчас возьму. Дальше идет 4 таких вот болтика. Болтики, ну, это для того, чтобы прикрутить кронштейн, к примеру, снизу. Сразу уже в комплекте идет, это хорошо. И предохранитель. Предохранитель тоже довольно редко, кстати, идет. Раньше, помню, он и шел. У меня еще был такой проектор, когда XL1 720. Вот, у него тоже был в комплекте вот такой предохранитель. То есть там есть, как бы, уже стоит, но обычно я ее ни разу еще не менял. За сколько времени, в принципе, не приходилось менять предохранитель. Но на всякий случай хорошо, что имеется. Это хорошо, что ложат в комплект. И, собственно, мануальчик. То есть такая вот книжечка, она такая глянцевая, толстый, такой качественная бумага на английском языке. Русского здесь нет. То есть, а, еще и гарантийка сзади, получается, гарантийка. Собственно, здесь больше ничего нет. Комплектация. Все. Сам проектор. Все, коробки больше ничего, отложим в сторонку. Сам проектор поставляется вот такой вот поролоновой вставки для того, чтобы защитить от различных повреждений при доставке. Довольно удобно, в принципе, и довольно надежно. Так, проектор идет с такой вот пленочка защитная, сверху там глянцевая поверхность, просто глянцевая, и все. Так, давайте начнем по порядку. Сверху имеется индикатор, который включенный и выключенный. То есть когда выключенный, будет красным светиться, и зеленый, когда включенный, когда работает конкретно уже сам. Дальше вот кнопочки у нас включение power,
кнопка вызова переключения различных разъемов, кнопка меню основного, собственно, джойстик влево, вправо, вниз, вверх и кнопка VK. Вот. Здесь еще по ходу вот это вот сверху, это посередине, это инфракрасный такой вот порт для того, чтобы пульт работал, в принципе, лучше. Сзади. На задней части в версиях с Android, например, здесь стоит разъем RJ45, то есть для интернета. Ну, собственно, вот такие вот, в принципе. Здесь, ну, это версия без Android, поэтому здесь стоит только два HDMI разъема для подключения того же, например, компьютера. Я к компьютеру подключаю, можно к ноутбуку, кто как, например. Также USB, один, в принципе, только один заглушенный, один только стоит. Дальше вот такой вот видеоразъем, ну, стандартный, типа тюльпан. Собственно, VGA разъем для того кабеля, который идет, опять же, в комплекте. Потом идет аудио-выход и аудио-вход разъем. Еще три таких вот тоже для тюльпанов разъема. Также есть еще разъем для SD-карточки. Я думаю, вам видно. Здесь подписанные, кстати. Здесь у нас предохранитель установлен под этой крышечкой. Собственно, разъем для питания. Здесь вот, когда заглушки видно, здесь должны были быть разъемы маус, кейборд. Ну, там, например, клавиатуру, мышку подключать. Такие вот разъемы. Это в версии под Android. И RJ45 здесь тоже указано. Так, с левой стороны у нас два вентилятора таких видно, да? Прям выдувает отсюда воздух горячий, когда нагревается. Но там сзади низ, за вентилятором, здесь стоит радиатор. Там видно такой большой радиатор, который охлаждает сам светодиод. Дальше спереди. Спереди, опять же, еще один такой инфракрасный. Второй получается. Bintec фирма проектора. Огромная линза. Крышка пластмассовая. Линза действительно огромная. Такая вот внушительная. Крутится очень легко. Барабан очень такой тоже большой. Чувствуется. Вытягивается эта линза. Вот это на максимум получается. Это очень хорошо тоже. Дальше. С правой стороны последняя сторона. Как видим, здесь стоит динамик. А здесь просто такая вентиляция для того, тоже для того, чтобы охлаждать питание, собственно. Здесь блок питания сам стоит, как бы охлаждать блок питания. Сам LCD и светодиод там, и зеркальце, например, оно там уже упаковано в упаковке полностью, то есть там стоит такая полностью упаковка, запечатанная, как бы, чтобы там туда не попадет, как бы, какая-то дополнительная пыль. Это сразу же защищает его от этого, это хорошо. И сверху, кстати, еще здесь мне показал кейстон, то есть это трапеция, регулировать вертикальная трапеция. На нижней части, посмотрим сразу еще, на нижней части здесь нет, к сожалению, резиновых ножичек. Было бы хорошо, чтобы здесь какие-то прорезиненные втулки какие-то были. Оно бы надежнее стояло бы на поверхности, но здесь как бы ее нет. Здесь сразу эти болты, которые идут в комплекте, предусмотрены для того, чтобы кронштейн вкручивать. То есть 4 таких вот, в принципе, на разные кронштейны рассчитано. Здесь как бы больше ничего нет, только модель указана BT96+. И все, собственно. Ну, по поводу интерфейса понятно, я думаю, разберетесь. Что здесь конкретно имеется? Здесь бывает версия, как я сказал, уже с андроидами, без андроида. У меня версия без андроида. Это у нас HD проектор, не Full HD, а HD, в принципе, зато качественный HD, потому что здесь, как я сказал, упаковка хорошо сделана внутри, то есть пылезащитная такая, и вентиляция тоже хорошо предусмотрена. Яркость тоже довольно большая, 600 ансилюмен. Светодиод довольно живучий, 50 тысяч часов, как заявляет производитель, то есть это больше 10 лет, по 10 часов в день примерно смотреть, то есть его хватит очень надолго. Светодиод очень долгоживущий. Full HD видео спокойно можно на нем смотреть, отличного качества. 4K видео уже больше предусмотрен к версии с андроидом. Но если с компьютера, например, то можно смотреть и через даже обычный, в принципе. Подключать просто через HDMI и смотреть с компьютера 4K тоже можно на обычной версии. Проекционное расстояние здесь указано 2,7 метра.
То есть от 2 до 7 метров, ну, довольно далеко можно отставлять. В общем, более подробно про этот проектор я уже покажу на следующем видео, что он себе представляет при включенном состоянии, то есть на экране, как он работает, какие цвета, как воспроизводит видео, аудио и тому подобное. Дождитесь следующего видео, ссылку, где я его покупал, конечно, оставлю под видео, сами смотрите актуальную цену, сколько он сейчас стоит, кстати, он чуть подешевел, ниже, я думаю, уже точно не будет, потому что, ну, по крайней мере, ближайший год точно. Проектор один из самых лучших, в принципе, по рейтингу покупаемости. Его часто берут и очень хорошо хвалят, потому что яркость отлично хватает, четкость отлично хватает. То есть вот соотношение цветопередачи и яркости отлично хватает. Ладно, пока что на этом будем прощаться. До скорых встреч. Всем пока. Подписываемся. Ставьте пальцы вверх.